Слушайте, горе сантехники, там у нас что-то течет, да, я так понимаю? Или что это вообще, а? Ну, это как-то туда, куда-то сюда, туда-то пихнуть надо, или... Ну? Я приветствую вас на нашем канале. Давайте поиграем в интересную игру, которая называется House Flipper. Этот видосик я пишу специально для вас, чтобы вы немножко расслабились, отдохнули и посмотрели нашу школу ремонта. Потому что это прикольно, это интересно, это смешно. Так, ну что, в прошлой серии, значит, мы занимались этой комнатой. Вот здесь, я так смотрю, красочка вся выветрилась, все хорошо, это прекрасно. Вот, теперь нам что надо сделать? Давайте посмотрим по плану, что там надо сделать нам. Так, ну давайте глянем. Так, купить детскую кровать. Ну давайте купим детскую кровать. Угу. Отлично. Давайте разместим ее. Ну, детскую кровать мы не будем размещать около батареи, потому что это полный стрём. Вот, детскую кроваточку мы вот здесь вот разместим. Угу. Так, давайте посмотрим дальше. Так, это что у нас? Это у нас стеллаж Кал. Ну, название такое интересное, загадочное очень. Вот, ну, стеллаж, в принципе, можно вот здесь поставить. Ну, я думаю, здесь хорошее место. Не, хотя не будем здесь ставить, там резетка. Вот, и стеллаж весь, он, короче, загромождает резеточку. А так, захотите мобилочку подзарядить или еще что-то. Так, все, стеллаж поставили. Так, дальше, что у нас? Это у нас пеленальный столик. Давайте купим его. Ну, пеленальный столик, блин, ну а где же его поставить-то? Честно говоря, я вот затрудняюсь. Возле батареи ставить пеленальный столик, ну, это тоже говно какое-то. Вот. А, ну, блин, ну, выбора особо нету. Давайте пеленальный столик поставим вот здесь вот. Да, ну, бог с ним, здесь поставим. Так, и что у нас еще? Это что у нас такое? Это пуф. Пуф-пуф. Ну, это чтобы ребеночек мог, может быть, развлечься там или еще что-нибудь. Ну, так, ну места у нас практически не осталось. Хорошо, пуф, давайте здесь оставим. Все. Так, давайте посмотрим, что еще один пуф, что ли, надо. Я что-то не понял. А, два пуфа надо. Ё-моё, ну давайте второй пуф сюда еще поставим. Ну, как же, ну, короче, давайте вот так вот один пуф сюда. Вот поставим, а другой вот сюда. Вот так вот. Ну, так, чтобы так симметрично было. Ну, слушайте, эти пуфы похожи на какие-то мешки. Вообще, мешки, ну, вы сами знаете с чем. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну, все, прогресс у нас 100, 100, 100, 100, 5 из 5 предметов. Здесь что у нас? Тоже 100, 100, 100. Ну, все, в принципе, мы наше задание сделали. То, что нас просили, мы все сделали, мы почистили, мы обустроили. Вот так что можно звонить нашему клиенту и говорить, что все, задание выполнено. Так, ну, в принципе, давайте пойдем уже домой. Давайте немножко отдохнем. А то, честно говоря, вот этот ремонт, эта краска нас утомила и очень сильно. Хорошо. Так, ну все, давайте завершим задание это. Нажмем Enter. Да. Так, выполнено 100% заказа. Можете завершить его сейчас на такой сумме. Ты действительно хочешь его завершить? Ну да, хочу, а что? Вот, ну все. Вот фотографии, что было и что стало. Ну, блин, надо было банку с краской убрать. Блин, я забыл убрать, честное слово. Ну, уже хозяин сам уберет. Ну, что ж, я ж поеду убирать банку это с краской. У меня там куча клиентов. О, боже мой. Ну, вы видели вот это вот все? Это ужас какой-то. Так, ну, что тут у нас? Угу. Давайте посмотрим. Так, так что, у нас тут грузится. Ну все, мы готовы. Ой, слушайте, наша квартира вообще страшная просто. Она просто ужасная. Ну вообще, страх божий какой-то. Так, что тут у нас? Ну давайте возьмем новое задание. Так, новое задание. Ну давайте продолжим наш научно-фантастический квест по ремонту. Вот, так, давайте возьмем задание. Вот что там, кому что там побелить, поштукатурить там, ну и все в таком духе. Вот, вы понимаете, это парадокс, блин. Сам занимаюсь ремонтом, а у самого такой, скажем так, мягко говоря, беспорядочек. Так, ну, знаете, что меня радует? Вот, меня радует вот то, что у меня хоть компьютер нормальный. Ну, а вот эта обстановочка, конечно, не очень. Ладно, давайте возьмем следующее задание. Давайте поможем людям, давайте сделаем этот мир немного добрее. Так, что тут у нас? Так, батарея. Угу. Если я должен за что-то заплатить, то я
или доволен всем, или же не плачу. Ну, слушайте, такой принципиальный мужчина, это же ужас какой-то. Идет зима, ну, зима это факт. Зимы суровые, но он, видно, на крайнем севере живет. А у меня дома нет батареи. Ну, он такой прагматист, этот мужчина, я смотрю, такой умный человек, но в то же время он просто дебил. Ну, как вот так вот жить, и нет дома батарей, это вообще, ну, я не знаю, как он раньше жил вообще? Установите их, ну, конечно, я тебе помогу, конечно, мы установим тебе батареи. Ну, давайте возьмемся за это задание, так, ну, все, так, что у нас с подсказочкой? Вы можете завершить заказ, нажав Enter, или... Или, короче, или не завершите. Так, ну что? Ну, вы знаете, тут дома какие-то типовые. Мне кажется, я был уже в этом доме. Нет? Мне кажется, это тот же самый дом, только тут я батареи не достроил. Ладно, не доделал, не допоставил. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Угу. Это детская. Ага, тоже детская типовая. Ну ладно, давайте не будем придираться. Угу. Теперь у тебя есть планшет. Нажмите вот эту клавишу, чтобы взять или спрятать его. С его помощью ты можешь покупать нужные для себя вещи. Ну, замечательно. Так, ну, начнем с этой комнаты. У нас нет батареи. Ну, давайте, откроем наш планшетик. Вот, и посмотрим. Установить батарею. Так, батарея. Вот, берем батарею, покупаем. Ну, покупаем. Ага, ага. Ну, вот видите, можно немножечко батарею туда-сюда. Ну, вот так вот поставим. Давайте подключим эту батарею. Обязательно. Как же без подключения? Иначе тут водичка потечет, и мы заплатим еще и штраф, и компенсацию, и все. И, короче, нас посадят в тюрьму. Ну, короче, ну, это же Америка. Ну, вы сами понимаете, в Америке все сурово. Так, все. Угу. Так, новое очко умения. Отлично. Я люблю очки умения. Так, закрываю. Ну, слушайте, давайте посмотрим. Это все? Ага. Так, тут тоже одну батарею. Тут тоже одну батарею поставить надо. Угу, замечательно. Так. Значит, здесь батарею поставили. Давайте дверь закроем, а то мухи налетят. Так, здесь а что? Ну, здесь у чувака батарея есть. Это не может не радовать. Так, это что? Ну, это такая, типа... Типа гостиная, что ли. Вот, и в гостиной там сидят люди, отдыхают, ноги задирают, попивают огорячительное. Ну, в общем, а, ну здесь мы были. Так, давайте здесь посмотрим. Ага, вот, вот сюда надо батарею поставить. Угу. А вот здесь, я так понимаю... А, ну это что? Ага. А, ну, по всей видимости, сюда надо... надо сюда этот, как его, раковину поставить. Но батарею сюда точно надо поставить. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас. Так, раковина. Ну давайте вот этот чуваку вот эту раковину. Ну, поставим, ну, не, стоп, подождите. Раковина, раковина, давайте купим ее. Так, дядечки поставим. Слушайте, мы не зря ее купили. Так, подождите. Ага, что-то как-то это. Так, колесико туда-сюда. Shift. Я чуть не могу понять, что она не ставится-то, раковина, или мы... Ну, давай, ну, тут вот чуть-чуть ее надо вот так вот двинуть, наверное, или что? Слушайте, народ, я что, не то взял? Блин, ёбаный свет. Так, давайте посмотрим. А какую тебе раковину-то надо поставить? Я чуть не могу понять. Но, тут все подряд покупаю. А, ну, под... я не ту раковину, наверное, купил. Да что ж такое там? Да, так, это магазин. Ну, вот... Встраиваемая раковина, ну все правильно. Ну блин, ну тут встраиваемых раковин очень много, и все они разные. Какую-то покупать-то, ё-моё. Народ, ну пожалуйста, подскажите, какую раковину-то брать. Ну давайте вот эту вот раковину. Давайте ему купим вот эту раковину. Какого цвета? Вот такого белого, да. Ага, все, эта раковина ставится, отлично. Тут куда хочешь, туда ее поставил, все. Так, ну, единственное то, что это... А как тут, что делать-то, я фиг его знает. А, вот так вот, что ли, да? Ага, ну хорошо, ладно. Все. И вот это вкрутить надо, да? Замечательно. Угу. Так, это что такое? О, черт, там вода течет, а? Блин. Да, ёпан... Ё-моё, блин. Ага, вот так вот, все. Все, отлично. Угу, слушайте... Ну, мы, конечно, немножко тут водички налили. Но ничего страшного. Все, раковину поставили. Раковина исчезла у нас. А, нет, нифига не исчезла. Мы ни одну раковину не поставили. Слушайте, горе сантехники. Там у нас что-то течет, да, я так понимаю? Или что это вообще, а? Ну, это как-то туда, куда-то сюда, туда-то пихнуть надо? Или...
Ну. Так, ну ладно. Вот тут еще вот... вот так вот тут еще. Слушайте, ну нифига себе, как заморочено. Я даже не знал. Тут и смеситель надо ставить, да? Ага, вот так вот. Угу, и что тут? Так, ну все, это я поставил. Так. И что теперь? Вот так вот. Ну вообще, слушайте, игра настолько продуманная, я, честно говоря, я не ожидал от этой игры вот от такой продуманности. Давайте эту воду уберем. Ну вот вообще это, конечно, швабра и с тряпкой надо убирать. Но ничего, у нас универсальное средство есть, это метелочка. Так, раковину поставили. Фу, вы знаете, честно говоря, я аж вспотел немножко с этой раковиной. Так, смотрим. Теперь надо вот это вот, это что такое? Это сушилочка какая-то. Так, ну давайте сушилочку куда-то. Ну вот сюда, вот так пропорционально сделаем. Ага, и теперь ее, по всей видимости, эту сушилочку надо подключить. Полюбасу. Так, значит, пробочки вот эти вот. Угу. Так, все, это отглушим. Это вот сюда вкрутим. То... Слушайте, ну вообще, я тут, я вообще супер-пупер сантехником стану. Так, все, поставили гаечки, затягиваем. Угу. Вот. Так, теперь, так, вот это вот что у нас. Все поставили, да? Теперь гаечки давайте затянем. Угу. Все, гаечки затянули. Все, замечательно, все. Сделали на ура. Так, в этой комнате мы все сделали. Теперь вот здесь вот нам надо еще батареи поставить. Давайте посмотрим, где у нас не хватает батареи. Так, здесь батареи есть. Здесь, а что у нас? Ага, так, вот здесь надо поставить батарею. Так, давайте глянем, что тут у нас. Какую батарею мы поставим? Такую, такую. Давайте такую поставим. Мне вот что-то приглянулось, а вот эта батарея. Так, Так, давайте вот это вот безобразие прикрутим. И вот это безобразие прикрутим. Ага. Теперь вот этот вентиль прикрутим. Так, отлично, отлично, замечательно. Просто супер-пупер. Все, есть. Так, диванчик. Ой, слушайте, диванчик вообще классный. Я бы себе тоже домой такой купил бы. Стол вообще замечательный тоже. Окна чистые, все хорошо. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Что тут у нас по выполненным заданиям? Ну, я смотрю, 100%. Мы все выполнили. Замечательно. Теперь чувак не замерзнет. Теперь чуваку будет очень хорошо и тепло. Все, 100%. Ну, давайте с него возьмем деньги за нашу работу. Ну и все, и будем искать следующее задание, следующую работу. И, ага, вот смотрите, это то, что было и то, что стало. Ну, в принципе, установка сантехники это не так уж сложно. Это ж не покраска, короче, вот это вот за фигню и заниматься краской и дышать. Ну, это тоже работа. Мы беремся за любую работу, потому что мы хотим стать супер-пупер богатыми дядечками. Вот, и куда-нибудь поехать в теплые страны, отдыхать, вот, и греть свои дряхлые старые косточки. Так, ну все, две ванны для меня. Две ванны это вообще супер. Так, надо отдышаться, я что-то устал. Ой, свежий воздух, замечательно. Но вы знаете, такое впечатление, как будто в этом городе я один живу. Я не знаю, может быть что-то не так, конечно, но вот почему людей нигде нету, а? Странно. Такое впечатление, как будто я живу в матрице. Или у меня просто паранойя? Но нет, так. Ну, вообще, нам вот наш дом тоже надо что-то с ним делать. Потому что он вообще, он в ужасном состоянии. Слушайте, тут вот что такое? Тут кто-то наблевал, что ли? Я что-то не могу понять. Так, давайте вот это почистим. Ага. Все. Вот это вот тоже какая-то хрень, блин. Слушайте, а дверь можно, интересно, отмыть? Ну, давайте попробуем, отмоем нашу дверь. Не, дверь нифига нельзя отмыть. Так, вот здесь вот что. Давайте вот здесь вот тоже почистим чуть-чуть. Угу, замечательно. Все, отлично. Вон там вот что-то. Это голуби обкакали вот это вот все, да? Угу. Так, где тут еще грязь? Давайте вот эту вот грязь тоже почистим. Вот. А то тоже у нас, вы понимаете, мы занимаемся ремонтом, а у самих вообще какое-то безобразие полное. Отстой полнейший. Так, ну что, вот это вот давайте тоже почистим. Так, смотрим дальше. Так, а ну-ка, а с той стороны? О, с той стороны тут вообще. Давайте вот эту тоже крышу эту почистим. Блин, надо бы швабру, конечно, подлиннее. А то, блин, это вот этой швабра-метелкой, блин, фиг очистишь. Так, ну все, замечательно. Вот этот вид немножечко пакостный и грязный мы немножечко разрулили. Вот, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.